Так, потихоньку. Вот так, так. Эй, осторожнее! Эль Матадор, серьезно? Мы здесь всего на 3 дня. Что ты везешь во всех этих сумках? Форма, обычная одежда, торжественная одежда, туалетные принадлежности, уход за волосами и сумка для сумок. Погоди, у тебя есть сумка, в которой ты везешь сумки? А у тебя нет. Добро пожаловать, суперстрайкеры. Надеюсь, вам понравится в нашем чудесном городе. Спасибо. Уверен, так и будет. Да, особенно после того, как мы надерем космосу зад. Хорошо сказано. Извините, Шейкс, а где же весь ваш багаж? Он здесь. У вас что, нет даже сумки для других сумок? Мы что, попали в какую-то параллельную вселенную? Нет, Тайгер. Мы в Лас-Вегасе. Суперстрайкеры! Веселье в Лас-Вегасе! Ух ты, вот это да! Офигеть! Как Блок может сейчас спать? Этот чувак может заснуть где угодно. Лучше ему поскорее проснуться, иначе он проспит крутейший город на Земле! Поверить не могу, что у Уоткинса есть вывеска с самим собой. Этот парень без ума от себя. Вы просто не понимаете фишку этого города. В Вегасе главное – это показуха. И роскошь, и пятизвездочная кухня. Насколько я знаю, тут подают самый дорогой в мире десерт. Мороженое с шоколадом и присыпкой из настоящего золота. У-ху! Да! Шикарно! Обожаю Вегас! Лас-Вегас оказывает на него не самое лучшее влияние. Я в восторге! Так держать, Клаус! Отличный контроль, Шейкс! Эль Матадор, не надо показухи! Ладно вам, тренер! Мы же в Вегасе! Нужно показывать шоу! Можете их спросить. Привет! Ух ты! Похоже, космос готовят на перерыв настоящий концерт. Если они помешают нашей следующей тренировке, я им устрою шоу. На сегодня давайте закончим. Мы не можем тренироваться с этой чехардой. Особенно ты, Эль Матадор. А? Где это он? Эль Матадор, вы в великолепной форме. 3 гола за 4 матча. В чем секрет? Все дело в хорошей подготовке, Лина. Я живу в лучших отелях, ем лучшую еду, тренируюсь на лучших стадионах и, естественно, забиваю лучшие голы. Ну все. Мы будем держаться подальше от всего этого. Может, хватит? Как тренер может быть таким жестоким и отказывать Эль Матадору в маленьких радостях? Что у вас на уме, мистер Уоткинс? Знаешь, ниндзя, я собираюсь дать Эль Матадору именно то, чего он хочет. Это, наверное, какая-то злая шутка. И эта комната — ее продолжение. Даже Блок не стал бы спать на этом жалком подобии матраса.
Да расслабься ты, это всего на пару ночей. Да, да. Алло, ресепшн, можете разбудить меня где-нибудь в 6 утра? Может, поставите будильник? А могу я хотя бы что-нибудь заказать? Чего вам надо? Я хочу золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой. Золотое мороженое? Очень сомневаюсь. Серьезно, из чего он сделан? Эль Матадор, возьми себя в руки! Как это возможно, тренер? Мы в Вегасе, но едим ужасную еду, тренируемся на ужасном поле и живем в худшем отеле на всем белом свете! Единственное, что здесь ужасно, это твое поведение. Если это продолжится, дуться будешь на скамейке запасных! Я ведь не для себя обо всем этом прошу, тренер. Чтобы играть лучше всех, я должен жить лучше всех. Я делаю это ради команды. Как же? Ты хочешь съесть самый дорогой в мире десерт ради нашего блага? Наш герой. Эй, Эль... Хвостик. Эль Матадор! Да, как скажете. Вам посылка. Дорогой Эль Матадор, это сообщение только для тебя. Можете выйти? Я понимаю, что для хорошей игры тебе нужно хорошо жить. Поэтому прими небольшой подарок. Он меня понимает! Постскриптум не говори остальным, а то обидится. Об этом не волнуйтесь, тренер. Шейкс, где твой сосед? Даже не знаю, тренер. После тренировки я его не видел. Привет! Вы дозвонились Эль Матадору, профессиональному футболисту и живой легенде. Ищите его в ближайшем дорогущем отеле. Где бы он ни был, пусть там и остается. Ладно вам, тренер. Да, Эль Матадор немного зациклен на себе. Ладно, он очень зациклен на себе, но... Футбол для него всегда на первом месте. Ладно, найдите его, но побыстрее. Начало в 3:30. Здрасте. Где самый крутой отель в Вегасе? На этом самом месте. Ну ладно. Если вам действительно нужен самый крутой отель в городе... Алло? Здравствуйте, мистер Матадор. Звоню вам с ресепшена нашего отеля. Вы просили разбудить вас в 9 утра. Если вам что-нибудь еще нужно, только скажите, сэр. У меня лучший номер в отеле, лучшее место для тренировок, так что все, что мне нужно, это золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой. Отличный выбор, сэр. Скоро вам его принесут. Я настолько важная персона в этом городе, что могу даже временем управлять. Ух ты, спасибо, Шейкс. Что? Шейкс? Сделай все, чтобы он не узнал, что здесь Эль Матадор. Привет. Хотел узнать, не остановился ли здесь мой друг? Прошу прощения, сэр, но здесь, в отеле Бакинэм Пэлас, конфиденциальность гостей имеет первостепенное значение. Ладно. Все равно спасибо. Шейкс! Шейкс! Пожалуйста! Можно автограф? Конечно. Ладно, а как тебя за... Это
Это ведь то самое золотое мороженое. Хочешь, я тебе взамен отдам свою майку? Добавь к ней бутсы, и мы договорились. Ура! Чего не сделаешь ради футбола. Господин Эль Матадор, ваше золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой. Спасибо, оставьте у лифта. У меня сейчас тренировка. Вкуснятина. А ты как сюда попал? Эй, Шейкс, что с тобой стряслось? Кажется, я знаю, где Эль Матадор. Он в отеле Бакингем Пэлас. Говорил ведь! И? Сами ведь знаете, какая там охрана. Но я послал ему сообщение. А, мог бы этого и не делать. Попомните мое слово. На футбольное поле он теперь выйдет разве что газон покосить. Да начнется матч в городе ночных огней! Мак, мы уже говорили о пении. Да ладно тебе, Бренда. Мы ведь находимся в Лас-Вегасе, поэтому я буду комментировать как пожелаю. Что ж, может, мы и в городе, который славится своими грандиозными шоу, но во время игры шоу мы не увидим. Да, выбывшего Эль Матадора заменяет Лэнки. 20-го номера суперстрайкеров нет даже на скамье запасных. Это странно. Многообещающая атака. Вот это удар! Но вратарь отлично сработал. Мы видим четкую закономерность. Суперстрайкеры идут в атаку, а Космос защищаются. Парням в красном нужно что-то особенное, чтобы забить гол. Берегись, Космос! Эль Матадор проведет идеальный матч! А? Проверь время, не то пропустишь матч, Шейкс. Подходит к концу, и перемен мы так и не увидели. Да, ни одна атака так и не была успешно завершена. О, вот еще один шанс. Отличный удар по воротам. Но в очередной раз ворота Космос спасены. Скорей, скорей, скорей! Где моя сумка с формой? Дурацкий персональный лифт! Почему ты не работаешь? Мистер Матадор, чем могу помочь? Мистер Матадор, алло? Сначала звонок, а теперь лифт! Меня подставили! Мягенько. Но я не могу сейчас отдыхать. Я нужен своей команде. План побега. А?
ладно! Дурацкие сверхгладкие шелковые простыни! А? Здравствуйте, ресепшн! Вы не могли бы прислать мне еще одно золотое мороженое? Первый тайм почти закончился, и суперстрайкеры впадают в отчаяние. Да, они хорошо контролируют мяч, но им никак не удается забить гол. Ниндзя забирает мяч и решает не тратить ни минуты. Начинается контратака «Космос». О, проще простого. Главная звезда «Космос» сегодня на высоте. Ха! И он это знает. Но для суперстрайкеров дела плохи. Хоть они и контролировали мяч большую часть времени, им не хватало немного остроты в атаке. Мистер Матадор, ваше золотое мороженое. Я оставлю его у лифта. Приятного аппетита. Не так футбольная суперзвезда должна покидать гостиницу. Тренер, я могу все объяснить. Сотрудники гостиницы, которую вы мне забронировали, подставили меня. Заперли в номере. Гостиница, которую я тебе забронировал? Это какая-то шутка. Да, в письме вы писали, что не хотите, чтобы я рассказал другим. О, но... так значит, я отправил тебе какое-то Конечно. Письмо. Конечно. По-вашему, я все это выдумал? Так докажи, что не врешь. Оно в одной из моих сумок. Дай угадаю, в твоей воображаемой сумке для писем. Слушайте, я люблю хорошую еду, лучшие гостиницы и лучшие поля для тренировок. Но для меня нет ничего важнее, чем суперстрайкеры. Лучшая футбольная команда на свете. Ладно, ребята, сделаем их. Раз, два, три. Ты в запасе. Вы должны поверить мне, ребята. Меня подставили. Подставили? И кто же? Дамы и господа, давайте поприветствуем танцоров из Бакена Пайлас, гостиницы Барри Уоткинса! Это гостиница Бадди? Похоже, тебя и правда подставили, дружище. Тренер, позвольте мне ему отомстить. Пожалуйста, выпустите меня. У тебя была лучшая еда, номер и место для тренировок. Так что будь добр выйти на поле и сразить весь Вегас своим выступлением. Что? Как он сюда попал? Пропавший Эль Матадор вернулся. Но его ждет не самый теплый прием. Космос заняли еще более глухую оборону, чем в первом тайме. Похоже, Бадди Уоткинс хочет сохранить счет до конца матча. Есть идеи. Главное, закиньте мяч к воротам, а я уж придумаю, как их удивить. Каким-то образом Шейксу удалось обойти защиту. Но Эль Матадору предстоит закончить начатое. И бог ты мой, у него получается! Да! Эль Матадору удалось поразить публику Лас-Вегаса. Чувак! Нет, осторожно, Лас-Вегас! Мистер Уоткинс, спасибо. Ночь в лучшей гостинице города помогла Эль Матадору сыграть лучше прежнего. Черт! Ты уволен! А вот же ж! Но
На последнюю ночь в Вегасе Бадди любезно предложил разместить нас в своем шикарном отеле за счет заведения. Это не отель, а дворец! Закажем себе все золотое мороженое! Точняк! Вы это заслужили! Даже ты, Эльмата... Опять? Серьезно? Да, куда подевался этот дезертир? Он сказал, что хочет отдохнуть от этой роскоши. Слезь с меня! Слезь! Поскорее бы попасть на плавучий стадион. Солнышко. Серфинг. И шведский стол морепродуктов. Не такой уж этот плавучий стадион и крутой. Это ведь никак не связано с тем, что здесь будет играть Ликвида, верно? Нет. Хотя он полный придурок. Да скучай уже. Вам не надоело с ним соперничать? Капитан прав, Нордшоу. Не позволяй вашей вражде мешать выполнять твои обязанности перед командой. И где же этот плавучий стадион? Сейчас увидишь. Ладно, это и правда довольно круто. Суперстрайкеры на глубине. Любопытно, а я здесь впервые. Здравствуй, Норд! Ликвида! Как поживаешь, друг? Тормозишь похуже, чем на поле. Но хуже твоих шуток только то, как ты владеешь серфом. Ну что, господа, готовы к экскурсии по стадиону? С последнего вашего визита плавучий стадион претерпел немало изменений. Мы хотим добиться погружения под воду на срок не менее месяца. Кислород здесь добывается из воды. Наш основной рацион – морские водоросли. А через этот бассейн мы выходим в океан, когда стадион под водой. Ух ты! А это что? Гидротурбинные аппараты. Мы используем их для передвижения под водой. Мы зовем их просто глайдерами. Но ты используй полное название. А вот наша последняя разработка. Этот мяч преобразует энергию движения в электричество. Возможно, однажды мы сможем обеспечить энергией весь стадион с помощью футбольных матчей. И, наконец, комната управления. Здесь мы наблюдаем за всеми происходящими процессами, включая погружение и всплытие. Жаль, нет кнопки, которая сделает умнее. Вот как? Вот так. Ну, конечно. Да, конечно! Нордшоу! Что я говорил тебе о вражде с... Сэр, внимание! Приближается шторм 5-й категории. А, отличное завершение нашей экскурсии. Сейчас вы увидите одно из величайших чудес света. Урсула. Гидра – самая быстрая команда в лиге. С помощью этого они прорывают защиту соперников. Оставите малейшую щель, и они в нее проникнут. Защитники, вы не должны нарушать строй. И покидайте свою зону только в крайнем случае. Не волнуйтесь, тренер, я утру нос этому придурку Ликвида.
Твоя вражда с Ликвида здесь не главное. Главное — удерживать защиту. Шейкс, Тайгер, помогайте защитникам, чем сможете. Ребята? Ух ты! Отлично, защитники! Супер! Так держать! Крот! Защита у них довольно сильная. Но я знаю, как ее пробить. Экстракт морских водорослей. Наслаждайся вкусом будущего! А где тут у вас вкусный-привкусный шведский стол из морепродуктов? Это в прошлом. Под водой в герметичном пространстве запах рыбы не выветрить. Забудь о морепродуктах, Биг Бо. У меня есть кое-что гораздо лучше. Сокровища морей! Осьминог Тим готов на все, чтобы заполучить эти чудесные хлопья. Остерегайтесь встретить его в темных глубинах. Секретный ингредиент тут вкуснятина. Секретный ингредиент тут сахар. Нордшоу, Ликвида. Жаль, что мы сейчас на дне, а то я мог бы дать тебе пару уроков серфинга. Забрасывай удочку, сколько влезет, я на это не клюну. Хочешь рыбачить? Вон там полно рыбы. Кстати, о том, что снаружи. Я тут придумал новый экстремальный спорт – гонки на глайдерах. Штука довольно крутая, но слишком экстремальная для тебя. Я знал, что ты примешь экстремальный вызов. Оплывем вокруг стадиона и назад. Готов? За дело! 3, 2... Ликвидо! Сейчас я тебя накормлю водорослями. Осьминог Тим готов на все, чтобы заполучить эти чудесные хлопья. Остерегайтесь встретить его в темных глубинах! Плохо дело! Плохо дело! Плохо дело! Хорошая попытка, но тебе еще далеко до моего уровня. Унизительно, наверное. Слишком просто.
Да, жульничать несложно. О, Ликвидо? О, у-у. Не существует никакого осьминога Тима, не существует... осьминог Тим! Ликвидо, поверить не могу, что ты... Внимание! Всем игрокам немедленно выйти на поле. Тренер будет в ярости, когда узнает, что ты натворил. Будем честны, нас обоих за это ждет взбучка. Может, стоит оставить это при себе? Да, если будем держать язык за зубами, избавим себя от лишних проблем. Вы почувствовали? С ума сойти. Что происходит? Энергетическое ядро вышло из строя, но я понятия не имею, почему. Я знаю. Вполне очевидно, что это дело рук... осьминога Тима! Слушай, брат, ешь поменьше сахара. Это значит, что нам не хватит энергии, чтобы подняться на поверхность. Что? Но не волнуйтесь, стадион будет функционировать, пока мы не починим ядро. Но игра через пару часов. И что? Давайте сыграем. А как же фанаты? Как они могут увидеть, что я забил кучу голов? Об этом я позабочусь. Дес, оператор футбол 360. Класс! Неважно, где мы будем играть, фанаты встанут за нас горой. Ну, или скорее, над нами. Мы ведем прямой эфир с матча на плавучем стадионе. Ну, вернее, над ним. Привет, Бренда. Может, стадион Гидры и застрял на дне океана? Игра все равно будет проходить по расписанию. И вы сможете увидеть каждую ее секунду благодаря нашему оператору. Да! Молодцы! Начали! Гидры используют свою скорость, чтобы обойти полузащиту. Защитники, держите свои позиции! Сможет ли защита суперстрайкеров выдержать напор? Да, да и снова да! Норт, Блок и Игл Ай знают, что такое стоять на своем, хоть они и находятся под водой. Да, у них слишком хорошая защита. Они не дают нам пройти. Не волнуйтесь, я знаю, что нужно делать, чтобы отвлечь Норт Шоу. Ну же, Норт, чего ты ждешь? Держать позицию! Отними у меня мяч! Стоять! Что такое, неудачник? Боишься, что проиграешь мне точно так же, как в нашей гонке? Слабак. О чем вообще думал Норт? Он оставил центр поля абсолютно без защиты. Гол! Гидра быстро выбивается в лидеры. У-ху! Да, молодцы, ребята! Вот так, да! Ликвидо! Ребята? На месте тренера я заменил бы Норта. Похоже, он подзывает к себе всю команду. И, кажется, я знаю, почему. Плавучий стадион трещит по швам. Поверить не могу. Это ужасно. Это ужасно. Осьминог Тим сделает все, чтобы добраться до моих хлопьев. А мои хлопья? Ликвидо, это мы во всем виноваты. Нужно что-то сделать. Ничего тут не поделаешь. Да ладно! Это ведь твой родной стадион! Я бы ни за что не бросил Страйкер Лэнд!
Кроме того, я думал, тебя не пугают экстремальные испытания. Нужно спрашивать! А нет, один из глайдеров пропал. Осьминог Тим! Забирай! Забирай все и оставь нас, чудовище! Сколько ты вообще их уже съел? 10 или 20 коробок. Да ладно! У тебя, приятель, серьезный приступ сахарного безумия! Но если все это сделал не осьминог Тим, то кто же тогда? Мы! А? Мы гонялись на глайдерах и врезались в стадион. Но не волнуйтесь! Да, да, возвращайтесь на поверхность. Мы все исправим! И как вы сделаете это без электричества? О-хоу! У нас есть самый мощный источник энергии во Вселенной! Наша надежда! Чем больше будем бить мяч, тем больше создадим энергии. О, сильно же нам придется поработать ногами. Да, но стоит попробовать. Да, будем пробовать, пока что-то не получится. Может, еще не поздно уплыть отсюда? Вы так ничего и не поняли. Главная сила в командной работе. Да, верно. К нам только что поступила невероятная информация. Обычно команды Суперлиги играют, чтобы разорвать стадион, но в этот раз они играют, чтобы спасти его. И, похоже, даже их фанаты забыли о своей вражде. Их можно понять. Сегодня либо обе команды выиграют, либо обе проиграют. Энергомяч подключен. Поехали! Обе команды рвутся в бой. Гидра забивает. А теперь и суперстрайкеры. Внимание! Уровень энергии 15%. Продолжайте! Может, в очках таблицы это и не зачтется, но мы наблюдаем за величайшим матчем на плавучем стадионе. Неудивительно, ведь они играют за свое выживание. Несите мяч в энергоотсек! Я отнесу! Нет-нет, я отнесу. Как скажешь, бро! Впервые в своей карьере я не знаю, что сказать. Как насчет? У-ху! Смотрите!
Стадион успешно вернулся на поверхность. А лично я на океан больше смотреть не могу. Ха, и не говори. Поверить не могу, что я стал так одержим этим... А, осьминог Тим! Ты был прав, Клаус. Эти хлопья гораздо вкуснее морепродуктов. Сладенько. Кто бы мог подумать, осьминог Тим и правда обитает в темных глубинах. Коробки из-под хлопьев. Нордшоу. Ликвидо. Вы, парни, наделали кучу проблем. И? Достойно исправили свою ошибку. Бум! У нас получилось! Да! Из нас вышла неплохая команда. Так, кто скажет окончательный счет? Мы точно победили! Да, конечно! Этот матч был за нами. Ты играл как младенец. Я тебя умоляю. Долго же они мы не могли пройти защиту. Эта игра показала, сколько у вас слабых мер лиги в Штрайкерленд. Как же... Я обожаю играть в Рио! Крутые виды! Офигенная погода! Но лучше всего... Самба! Раз, два, четыре, пять, раз, два, семь, один, раз, два, три, один, раз, два, три, четыре, раз... Сегодня твой счастливый день, друг. Я знаю лучшего учителя самбы во всем Рио. Самба-джамба! Тебе кажется, будто мне нужны уроки? Зря не отказывайся, Эль Матадор. Кто знает, чему там научат. Вы забыли главное развлечение в Рио. Вашу игру против Пальмальтьери. Они в отличной форме. И мы должны быть готовы. Но тогда что мы делаем на пляже? Для серьезной, тяжелой, изнурительной тренировки. Вот облом. Еще один идеальный день в раю. С ног на голову. Внимание, парни! Пальмантьери давят числом, что делает их очень опасными. Но они уязвимы к контратакам. А тренировки до песке улучшат темп игры. Именно. План очень простой. Уходим в защиту, перегруппируемся и стараемся отдать мяч Тайгеру. Он использует торнадо, чтобы сбить Пальма с толку. Есть вопросы? Да! Это точно Тайгер! Нужны уроки рисования. Я знаю лучшего учителя во всем Рио. О! Принимай, Тайгер! Ну что, давай раскрутимся. Слушай, Тайгер, ты сможешь играть против Пальмы, но если слишком нагрузишь колено, выйдешь из строя надолго. Извини, Тайгер, но мы не можем рисковать. А это значит никакого крутящегося торнадо. Молодец, Лэнги! У тебя получилось! Эй, хочешь научиться играть на скрипке? Я знаю лучшего преподавателя в Рио. Извини, мне он не нужен.
это что? Это, друг мой, капоэйра. Бразильское боевое искусство. И дай угадаю, ты знаешь лучшего учителя во всем Рио. Он преподает на холме Росинья. Может, это мне поможет восстановиться? Внимание, парни! Да-да, очередная изнурительная тренировка. Наоборот, я хочу дать вам выходной. Вы кто такой? Вы отлично вчера потренировались, и я забронировал нам... Да? На целый день... Да? Экскурсионный автобус! Да! Добро пожаловать в экскурсионный автобус по Рио-де-Жанейро. Приготовьтесь к нескольким часам умопомрачительных фактов об этом интереснейшем городе. К сожалению, кондиционер в данный момент сломан. Но если заглянете под сиденье, найдете там утешительную упаковку суперсоленого арахиса. Да уж, спасибо. Эта дорога была построена на рубеже... Даже серьезные, тяжелые, изнурительные тренировки лучше, чем это. Построена она была... В чем дело? Думаю, я нашел способ делать крутящиеся торнадо так, чтобы не повредить колено. Но приходится сидеть здесь. Да не парься ты, с пальмом мы справимся. Дело тут не в игре, Шейкс. Я же крутящийся тайгер. Без крутящегося торнадо я... Я никто. Ха-ха! Хорошая работа, парни! Если вечером сыграете так же, у суперстрайкеров будут серьезные проблемы. Особенно теперь, когда крутящийся тайгер выбыл. Дональдо! Не будь так самоуверен. У суперстрайкеров есть много других сильных игроков. А еще у тренера есть запасной план. Пришло время потренировать удары головой. А теперь, если вы посмотрите в левое окно, то увидите знаменитую гору под названием Сахарная Крудь! Голова. Круть! Мы на нее поднимемся? Это не входит в маршрут экскурсии. Также у вас есть возможность увидеть в левом окне район Лапа, который знаменит своими громкими вечеринками, который также не входит в маршрут экскурсии. А прямо сейчас справа... Перед вами открывается знаменитая Капелла Росинья. Холм Росинья! Это оно! Здесь я могу обучиться капуэре! Помоги мне сбежать из автобуса, Шейкс! О, ладно, хорошо. Скрепки, жиронепроницаемая бумага... Минуточку внимания! Я хочу сказать то, что давно уже у всех на языке. Это экскурсия... Просто отпад! Давайте ездить на экскурсии в каждом городе! Пожуй арахиса, предатель! Сядь лучше! Эй! Оставьте Шейкса в покое, ребята. Он прав. Эта экскурсия очень... информативная. Так и где этот мастер? Это ты? Минуточку. А ты часом не преподаешь рисование, музыку и самбу? Ритм, видение и выражение. Капуэйр объединяет все эти вещи. Да и к тому же нужно на жизнь зарабатывать. Первый шаг к освоению капуэйры – это джинга. Thank you.
А это точно не из занятий по самбе? Джинго – это основа всей капоэйры. Она позволяет мгновенно перейти из защиты в атаку. Хитрость в том, чтобы заставить противника нанести удар. И тогда, когда он потеряет бдительность... Контратаковать! Ботанический сад – это идеальное место для того, чтобы провести очередной жаркий день вроде сегодняшнего. Но он не входит в маршрут экскурсии! Прошу, хватит! Вы нам всю поездку испортили! Далее по маршруту... Нужно уходить отсюда! Ну, у нас есть шанс. ...является одним из самых... Бросьте, ребята! Если мы уйдем, то проявим неуважение к тренеру. Поздравляю с окончанием первой половины экскурсии. Следующие 4 часа мы с вами будем ездить... Мы должны убраться из этого автобуса! Ха-ха! Отлично, друг мой! Продолжай! А когда ты научишь меня крутиться на руках? О, спросишь тоже, Тайгер. К чему такая спешка? В принципе, ни к чему. Я все равно играть не буду. Но я пойду смотреть игру. Поддержать ребят. Не волнуйся, приятель. У меня есть лучшие места во всем Рио. Круто! А? Что? Они готовятся встретить Лэнки. Они знают нашу стратегию! Жуао, ты должен научить меня приему. Сейчас! Рио-де-Жанейро – это родина серфинга, футбола и самбы. Поистину, этот город можно назвать местом, в котором жизнь кипит на улице. А прямо сейчас справа вы можете наблюдать знаменитый пляж Копакабана. Я не могу поверить! Можете на секунду представить, как сами лежите на теплом белом песке, вас обдувает южный ветер, а рядом шумит океан. Ладно, запоминай. Теперь попробуй ты. Ничего, 5 за старание, друг. Но, думаю, тебе еще нужно потренироваться. Эй, каким это образом связано с капоэйрой? Никаким, но спасибо за помощь. С ума сойти! Я готов. Прошу прощения, тренер, но эта экскурсия была такой... Скучной! Я и сам это знаю. И я просидел на ней еще 3 долгих часа. Есть одна проблемка, тренер. Мы не знаем, где Тайгер. О нем пока не беспокойтесь. У нас есть план игры и основной состав. Давайте вырвем эту победу! Тайгер! Помни, приятель, чтобы этот прием сработал, ты должен использовать Джинго. Спасибо, но я всему научился. Выполни одну мою просьбу. Да? Передай листовку друзьям.
Добро пожаловать на матч Пальмонтиери против суперстрайкеров. Бразильские футболисты в превосходной форме. А вот у суперстрайкеров недостает Тайгера. Интересно, есть ли у суперстрайкеров запасной план в отсутствии ключевого игрока? Да. Передать мяч высокому парню. К сожалению для тренера, Эдвин предвидел этот ход и перехватил мяч на подходе. Вот и оно! Бразильцы забивают чистый гол. Суперстрайкеры остались без крутящегося Тайгера и успешных передач. Надеемся, у них есть запасной план. Погоди-ка. Кажется, только что прибыл ключевой игрок. Вперед! У-ху! Что тут скажешь? Рио – удивительный город. Где ты был? Если ты не играешь на поле, не значит, что твоим товарищам не нужна поддержка. Я могу дать им больше, чем поддержку. Я могу принести им победу. То есть? Я снова могу использовать крутящиеся торнадо. Суперстрайкеры делают свою первую замену. Крутящийся Тайгер выходит вместо Лэнки. Эй, погодите минутку. Если Тайгер — это план А, и он выходит на поле после плана Б, то план Б — это план А, а план А — это... Дайте мне бумажку с ручкой. Тайгер принимает мяч. Что он задумал? Чего-чего, а такого мы от него точно не ожидали увидеть. Он перевернул свою коронную фишку вверх ногами. Похоже, он слишком мало тренировался. Где напор, Тайгер? Нужны быстрые контратаки. Что это с крутящимся Тайгером? Ему нужна джинга. Что-что? Рад, что вы спросили. Ух ты! Теперь Тайгер точно выкладывается на полную. Жаль, что прозвучал свисток. Да, мне уже не терпится увидеть, как Тайгер закончит этот прием. Итак, подведем итоги первого тайма. Суперстрайкеры попробовали план А, потом план Б, потом план А плюс Б, но поняли, что план А был планом Б, а план А... У них было два одинаковых плана. О, нужна еще бумага. Не пасуешь команде, не следуешь моим указаниям. На тебя это не похоже, Тайгер. Я снова могу использовать свою фишку. И, наконец-то, снова чувствую себя собой. В тебе это не самое главное, друг. Да, точно! Да. Тогда почему меня зовут Крутящийся Тайгер? Слушай, Тайгер, однажды один парень дал мне очень хороший совет. Зря не отказывайся от возможностей. Никогда не угадаешь, чему можно обучиться. Ребята, вы правы. Но, разумеется. Похоже, я так спешил найти свою личность, что потерял ее. И вы первые, кого я должен был послушать. Начинается второй тайм, и сюрприз-сюрприз, Пальмонтиери переходят в атаку. Да, но у всех на уме сейчас один вопрос. Если план Б был планом А, то план В был планом Б. Но если у суперстрайкеров был план В, то на самом деле он был планом Д. Уверена, никто, кроме тебя, не задается этим вопросом. Мяч у Дона Альдо. Но Тайгер уже его ждет. Жди, пока соперник первым нанесет удар. И когда он потеряет бдительность... Контратакуй!
Первый торнадо вверх ногами. Он начинает ускоряться. Что же дальше? Этот прием был сделан неспроста. Они защитились и сразу перешли в атаку. Он всю эту игру поставил вверх тормашками. Тайгер – прирожденный талант. Да, когда такой игрок выходит на поле, у команды все карты в руках. Конечно, я могу дать автограф. 0, 2, 4, 5, 5, 8. Вот это жизнь. Гораздо лучше экскурсии в автобусе, верно, тренер? Не могу не согласиться. Крутящийся торнадо вверх ногами? Как вы вообще это придумали? Меня научил мастер капоэйры. Круто он там крутился! И не говори! Хотел бы и я поучиться у этого мастера. Так, так, так. Сегодня ваш счастливый день. Итак, посреди океана... Земли рядом не видать. Позади вас, Мондо Кахуна. Самая большая опасная волна на свете. Что будешь делать? Греби, пока не почувствуешь жжение в руках. А потом раз, два, три и прыжок. И после этого можешь перекусить. Прекращай, чувак. Ты мне весь кадр запорол. Для твоего фальшивого шоу о выживании. Оно не фальшивое. Это пилотный выпуск. Если я хочу снять сериал, нужно сперва заинтересовать продюсеров. Сейчас я вас заинтересую. Мясо готово. О, класс. Вот это я понимаю. Тренер пишет, к крепости направляется мощный буран. Нужно выехать раньше для тренировки в экстремальных условиях. Там наверняка будет Iron Tank. Это же рядом с крепостью. Мы направимся в самый центр бурана? Вот и прекрасно. Суперстрайкеры. Замороженный во льду. Тактический отряд. Отчет о продвижении. Бурильщики работали вдвое больше положенного. Думаю, мы найдем его с минуты на минуту. Я Найн. Вы здесь бурите уже больше 3 недель. Откуда такая уверенность? Капитан Убер, сэр. Дело в том, что по теории вероятности, чем дольше мы ищем артефакт, тем выше шанс, что мы его найдем. Что? Я его нашел! Говори яснее! Я его нашел! День первый. Мы направляемся в Альпы, и нам понадобятся все наши навыки выживания. О, да, 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 да. Например, для того, чтобы выжить на этих удобных откидных сиденьях. А? Iron Tank? Чем это они там занимаются? Приветствую, команда! Привет, профессор! Привет. Судя по моим подсчетам, приближающаяся буря будет усилена катаматическими горными ветрами. А это означает, что в течение 2 суток погода сильно ухудшится. Ну ничего, мы ведь будем в Альпах. Говорю же, условия будут слишком суровые, Альматадор. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, мы ведь будем в Альпах. Погода будет ужасная. Да что? Я пытался всех утешить. Как сказал Нордшоу, игра с Iron Tank во время сильного бурана потребует навыков выживания.
И я знаю, где им можно научиться. День второй. Мы идем на место встречи с тренером. Это лучшее место, чтобы подготовиться к будущей игре. Здесь не круто. Я бы даже сказал, что крутой здесь только мороз. Жуть! В таких суровых условиях можно только представить, что будет в Альпах на выходных, когда сюда придет буран. Шейкс? Шейкс! Ты чего встал, чувак? Главное правило выживания – всегда держаться вместе. Да ладно, ладно, иду я. Наконец-то! Почему так долго? Невероятное! Он даже больше, чем я себе все это время представлял! После такого открытия мы станем лучшими зимними футболистами. Класс, чуваки! Да. Плотное! Да, так-то лучше. Новый комплект термобелья от профессора поможет вам не замерзнуть. А теперь встречайте ваших оппонентов. Деревья? Игроки Iron Tank значительно крупнее нас. Наше преимущество в скорости и ловкости. Ха-ха! Легкотня! Я просто использую свой коронный Эль-Мега-удар! Однако, из-за низкой температуры и порывистого ветра здесь довольно скользко. Так, что же делать? Вы будете играть со специальными удлиненными шипами. Давайте их уже сюда, тренер. Простите, Iron Tank, но вы задеревенеете, когда увидите, как мы играем. Уверен, мы покажем прелестное выступление. Парни! Извините, ребята, но, по всей видимости, я самую малость ошибся в своих расчетах. И похоже, что на самом деле буран начнется, ну, сейчас. Плохо дело, ребята! Есть у кого-то какие-то идеи? Скажи это. Даже не жди, брат. Давай. Ни за что. Ты ведь хочешь? Ладно, ладно, ладно. Что будешь делать? Нам нужны ветки, несколько сосновых шишек и, самое главное, побольше решительности. Буран начался раньше. Отлично. Идеальные условия для работы над программой «Зимний футболист». Когда вы узнаете, что нам удалось выяснить из «сами знаете чего», увидите, что это не буран, а легкий ветерок. Но такой погоды здесь не было уже десятки лет. Возможно. Но данные, которые я собрал с давностью в несколько тысяч лет, из ледникового периода, в день матча суперстрайкеры заледенеют от того, что мы приготовили. День третий. Нам удалось создать простое укрытие, которое защитит нас от непогоды ночью. При порывах ветра в 20 узлов низкая температура на улице ощущается гораздо сильнее. Норт? Да, Кулджо! Спасибо, что спас нас, брат. Теперь я знаю, что ты в этом профи. Да не за что. Но мы должны выбраться отсюда, если хотим, чтобы мой сериал вышел. Вряд ли это получится. Буран все еще... Шейкс!
Шейкс, ты как? В сторонку, господа! Ты ведь это не серьезно? Ребята, там внизу застрял наш друг! И Норд единственный, кто может его вытащить! Что? Правда ведь? День третий с половиной! Твой товарищ по команде провалился под лед, а у тебя только веревка. Что будешь делать? Неплохо. Ух ты! А? Но зачем Iron Tank замороженный пещерный человек? Вы это видели? Даже не верится, просто невероятно. Знаете, что случилось с прапрапрапрапрадедом Тора? Понятия не имею, о чем вы. Ну же, скорчи гримасен. Нет. Давай. Я не хочу. Это приказ. Теперь вы знаете, что означает «как две капли». Смирно. Довольно глупостей. Игра с суперстрайкерами всего через день. Мы здесь для того, чтобы... Это что? Эй, Тор! Похоже, твой прапрадед хочет нам что-то сказать. Никакой он мне не прадед, ясно? Спокойно! Спасательный отряд пришел на помощь. Посторонние! Шпионы! Взять их! Ты в пещере? С замороженным пещерным человеком? И за тобой гонится Iron Tank! Что будешь делать? Прыгать! Ну и? Есть идеи, как от них оторваться? Да! Мондо Кахуна! Гигантская волна? Нет! Я думал, ты это выдумал! Нет, в моем шоу все взаправду, Шейкс! Раз, два, три! Прыгай! И что делать теперь? Доверяешь мне? Убер! Прием, Убер! Жду отсчет. Здесь ни следа. Хорошо, возвращайтесь в лагерь. Мы переходим ко второй фазе программы. Принято, полковник. Ну что, убедился? Круто! Ух ты! Он настоящий? Весьма любопытно. Идеально сохранившийся экземпляр. Нет. Это не экземпляр, а пещерный человек. Профессор, можете что-то о нем сказать? Он жил в последнем ледниковом периоде. Когда было еще холоднее. И весьма значительно, Кулджо. В то время вся планета была покрыта плотным слоем льда. И Iron Tank изучают человека, который это пережил. Ребята, об этом не беспокойтесь. У нас есть термобелье, есть шипы. Мы готовы ко всему, что может приготовить для нас Iron Tank. Теперь мы подготовили безупречных зимних футболистов.
Вот и настал день матча на зимнем стадионе «Крепость». Не знаю, как ты, Бренда, но я не чувствую холода. Айрон Тэнк против суперстрайкеров. Кто победит в этот раз? Этот матч покажет, какая из команд лучше подготовилась к условиям. Удивительно, но у суперстрайкеров получается играть гораздо лучше, чем у хозяев поля. Они гораздо быстрее массивных Iron Tank. Круто! Шейкс, давай пас! Эль Матадор будет бить поворотом. Потрясающее открытие счета. Красные хорошо держатся в таких малоприятных условиях. Малоприятных? Фу, понятия не имею, о чем ты говоришь, Бренда. Похоже, суперстрайкеры хорошо подготовились. Особые шипы. А это умно. Надеюсь, от твоего прапрапрапрадеда будет толк. Ха, ну разумеется. И никакой он мне не прадед. Не волнуйтесь. Может, сейчас суперстрайкеры и быстрее нас, но вскоре холод их сильно замедлит. Мы подошли ко второму тайму, и с каждой минуты условия ухудшаются. Да, похоже, зря ты решил не брать с собой куртку, Мак. Суперстрайкеры все меньше контролируют мяч. Айрон Тэнк включаются в игру и уравнивают счет. Что же нас ждет дальше в этом матче, Мак? Мак? День четвертый, и все пошло не по плану. Не так я хотел закончить свою первую серию, Шейкс. Мы подготовились к холоду, но не к такому. Да, чувак, от нас ускользает инициатива. Так, может, и мы тогда немного поскользим? Монда Кахуна? Монда Кахуна. Что еще за Монка Кабуна? Поменьше общайтесь с профессором. Ну что, попробуем? Айрон Тэнк попробует нарастить преимущество, чтобы забрать этот матч. Суперстрайкерам придется жарко, как и Маку. Знала, что тебе понравится. Похоже, у Шейкса какие-то проблемы. Посмотрим, смогут ли Айрон Тэнк забить. Потрясающий сейф от Биг Бо. И он отбил мяч прямиком в ноги Норт Шоу. Шейкс поскальзывается, но, похоже, так и запланировано. Мощный удар от капитана Айрон Тэнк. Ты скользишь по снегу, и у тебя на бутсах совсем не осталось шипов. Что будешь делать? Раз, два, три! Прыгать! Шейкс показывает что-то невероятное. Осталось обойти вратаря.
отогрелся! Да! Я же говорил, что я не чувствую холода. Молодец, Шейкс! Красавчик! Чувак, ты смог! Да, тренер был прав. Для победы над Iron Tank нам понадобились навыки выживания. Учитывая обстоятельства, любая нехвалебная реакция кажется мне неуместной. Видите? Ни один я его совершенно не понимаю. Я хотел сказать, что вы показали высший класс! Вы обнаружили замороженного мужика, тренировались на морозе и победили Iron Tank на их же поле! Итак, что будете делать? Вернетесь в солнечный Страйкерленд. Разожжете барбекю. И посмотрите самое крутое шоу о выживании на свете. Я Норд Шоу, и это мое шоу. Что отлично! Попрощайся со своим пра-пра-пра-пра-прадедом, Тор. Никакой он мне не пра-пра-прадед. И вообще, это была глупая затея. Да, у пещерного человека футбол играть не научишься. Ура! Мы вышли в финал Суперлиги! Вот и отлично! Биг Бо, твой тройной сейф — это что-то невероятное! Да, точно! Ты такой... Бум! Бэба! Ребята, смотрите! Буквально только что суперстрайкеры вышли в финал Суперлиги! И у их соперников, футбольного клуба «Космос», есть небольшое послание для парней в красном. Биг Бо, говорят, ты лучший вратарь, даже непробиваемый. Что ж, я хочу бросить тебе вызов. Ниндзя! Попробуй поймать мое пенальти. Завтра ровно в полдень. Прямо посреди мира Дикого Запада Бадди Уоткинса! В самом диком месте на Западе! Дуэль через пенальти? В парке развлечений? Что скажешь, Биг Бо? Седлайте лошадей, парни! Биг Бо. Суперстрайкеры. Самые быстрые перчатки на Диком Западе. Биг Бо, ты уверен, что стоит ехать туда перед финалом? Конечно! Ковбой был третьим в списке тех, кем я хотел стать в детстве. Сразу после вратаря и, конечно, динозавра! Зацените, кто здесь суперфанаты! Это же сам Ленни Молния! Не видел его уже несколько лет! Клаус? Нашел костюм в подвале Страйкерленда. Поэтому от него такой запашок! Нет! Это от моего сэндвича. Как-то это мерзко! Внутри костюма столько всего можно хранить. Развлечения, любимый напиток бриславийцев и моего песика Джорджо. Подыщи на роль Лени кого-нибудь другого, Клаус. О, да ладно вам, тренер, я все равно буду на скамье. Это не важно, ты должен быть на все 100 сосредоточен на игре. Мир Дикого Запада. Ну и ну... Этот городок мне уже нравится. Клаус? Что я говорил тебе об этом костюме? Знаю, знаю. Но это лучшее место для поиска человека на роль Ленни Молнии. Когда я покажу им костюм, люди выстроятся в очередь на роль Ленни. Ладно. Приветствую, суперстрайкеры! Добро пожаловать! Бадди Уоткинс. Держите! За счет заведения. Бат-доллары? Они являются официальной валютой в мире Дикого Запада. А теперь идите веселиться!
похоже, в руках у него совсем нет силы, ребята. Забей, чувак! Все эти игры в парке развлечений — полная лажа! До скорой встречи, здоровяк! Билли подросток. Закусочная для персонала. Молочный коктейль. Да. Можно мне один? А мне второй. Меня зовут Шериф Хот-Дог. Скажи, что привела тебя в город. Я ищу того, кто будет готов надеть костюм Ленни Молнии. Может, кто-то из вас ищет работу? Эй, вы чего? Это крутая возможность. Куча фанатов, крутой костюм. А еще в нем столько всего можно носить. Вот, возьмите листовки. Слушай, Ленни, поработать талисманом одной из команд в финале Суперлиги – это мечта каждого из нас. Так в чем проблема? В нем. Папа! Разойдитесь в сторонку, вы бесполезные никому неизвестные болваны. Звезда Космос. В бар заходит официальный талисман команды финалиста Суперлиги. Эй, это невежливо. А ты еще кто такой? Я Ленни Молния. А я самый быстрый, злобный и самый интересный талисман в этом городе. Звезда команды Космос. А сейчас я хочу предложить вам обоим смыться отсюда, пока ненароком не опозорились. Может, я и опозорюсь. А может, так перед тобой станцую, что из тебя звездочки посыпятся. Покажи ему! Утри ему нос, Ленни! Персоналу занять рабочие места! Дуэль пенальти начнется с минуты на минуту! Это еще не конец. Я просто в шоке. Не видела, чтобы кто-то давал ему такой отпор. Ты ведь исполнишь роль Ленни на финале, а? Да! И раз и навсегда положишь конец его злодейским издевательствам! Я не могу. А сейчас мы посмотрим выступление, приуроченное официальному открытию мира Дикого Запада. С гордостью представляю вам дуэль пенальти. Ты как? Хм, странно, мне казалось, я понял, куда летит мяч. Да не волнуйся ты об этом, ему просто повезло. Да, наверное. Наш мяч сработал, как и предполагалось, друзья. Когда я подам сигнал, ты знаешь, что надо сделать.
пристегните шляпы и хватайтесь за свои топоры, потому что важнейший футбольный матч сезона уже летит к вам, как летучая мышь на свет фар. Кажется, у тебя все метафоры в голове немного перемешались, Мак. Да ладно тебе, Бренда. Это ведь финал Суперлиги. Мы должны дернуть все стоп-краны, будто завтрашний день выйдет из моды. Игра началась, и ниндзя сразу же рвется в атаку. Какой удар! Но Биг Бо сегодня готов к любым вызовам. И-ха! Берегитесь, неудачники, потому что я знаменитая звезда Космос. Самый крутой талисман команды, который вы когда-либо видели. Идет второй тайм матча, и Космос контролирует эту игру. И только один человек не дает им забить мяч в ворота. Биг Бо сегодня показывает невероятную игру. Он непоколебимая сила прирожденного таланта. Так, ну все, хватит уже! Ты говоришь какой-то бред! Не раздувай костер из слоновьей кучи, я перчу пищу для размышлений. Хватит! Скажите К, скажите О, скажите М, а потом... Не нужны мне эти дурацкие кричалки, я звезда Космос! Ба-бам! Да! Тренер, позвольте мне надеть костюм Ленни. Он нужен нашим фанатам. Ты же говорил, что найдешь кого-то. Я пытался. Но остальные талисманы слишком боятся выйти против звезды Космос. Ладно. Но на дополнительное время будь на скамье. Алло? Если хочешь знать правду, встретимся на парковке. Правду? Кто это? Команды не смогли открыть счет за два тайма, так что идет дополнительное время. Да, идет. Ах, ты обиделся на то, что мне не понравились твои комментарии? Нет. Суперстрайкеры внезапно вырываются в атаку. Ситуация опасная. Тайгер делает удар по воротам, но вратарь ловит мяч. Есть шанс для контратаки. Но ниндзя решает не рисковать. На него это не похоже. Точно. Почему они перестали играть агрессивно? Ау? Есть здесь кто? Ближе не подходи. Суперстрайкеров хотят подставить. Космос выиграет финал, несмотря ни на что. Как? Я и так слишком много сказала. Если звезда об этом узнает... Стой! Почему ты нам помогаешь? Потому что ты напомнил мне о том, кем я являюсь, Ленни. Я шериф Хот-Дог. Защитник закона. Дополнительное время на исходе, а счет остается неизменным. Видимо, Космос хотят дождаться пенальти. В отличие от суперстрайкеров. Парни в красном собираются в последнюю атаку. Блок не успевает вбросить мяч. И результат финала Суперлиги определит серия пенальти.
Не понимаю. Космос явно хотели дойти до пенальти. И зачем им это, если наш здоровяк сегодня отжигает? Потому что Космос планирует сжулить! Клаус, где ты был? Я узнавал правду. А еще я принес вам апельсинки. Фу. Поверьте, ребята, вас собираются подставить. Как? Это ведь парнишка с того подставного аттракциона. Вряд ли это простое совпадение, да? А что, если не только этот аттракцион был подставным? Наша дуэль пенальти с ниндзей в полдень. С тем мячом явно было что-то не так. Похоже, Космос хотят протащить для пенальти тот же мяч. Но где они в таком случае его прячут? А? Никто не смеет меня перечить, потому что я звезда Космос. Я буду сиять днем так же ярко, как и в ночи, и никто меня не остановит. Поехали, народ! Победит сегодня тот, кто сможет сохранить хладнокровие. Держи, пацан! Стоять! Не двигаться! А? Шейкс бьет первым. Сможет ли он выбить для своей команды очко? Есть! Нет, парень! Теперь бьет Космос. Биг Бо прыгнул в нужную сторону, но совсем чуть-чуть не дотянулся. Так. Наконец-то ты объявился. Думал, тебе желторотику не хватит на такое духу. Ха! Вот тут ты ошибся. Рот у меня красный. Кроме того, абсолютно не важно, как ты выглядишь снаружи. Гораздо важнее, как ты выглядишь внутри. Ой, какая милота! Каждый человек у нас словно уникальная снежиночка. Нет, ты неправильно понял. Я говорю про подставной мяч, который внутри твоего костюма. И я отниму его у тебя. Дотянулся до мяча. Он все ближе и ближе к тому, чтобы сделать сейф. Прочь с дороги. Нет. Мне надоели твои злобные издевки. Все кончено. Отдавай мяч. А ты забери. Нет! Я звезда Космос. А? Нет! Похоже, теперь исход матча в руках вратарей. Сейчас счет по пенальти составляет 2-2. И к мячу подходит капитан суперстрайкеров. Настоящий пример для своей команды. Смогут ли Космос уравнять счет? Биг Бо отбивает мяч! Твистин Тайгер бьет четвертое пенальти от суперстрайкеров. Парням в красном наконец-то удается вырваться вперед. Все должно было пойти не так. Где там этот чертов мяч? Все решится после этого пенальти. Если Биг Бо отобьет его, все кончено. Похоже, у Нинди какие-то проблемы с мячом. А?
станут чемпионами Суперлиги! Что ж, думаю, сказать тут можно только одно. И что же? Суперстрайкеры вырвали победу у соперников изо рта, записав свои фамилии в литературу футбола и Суперлиги! Вот это был отличный комментарий Бренда! Должен признать, Клаус, ты отлично отыграл Ленни. Вообще-то, я здесь стою. А кто тогда в костюме? Лучший талисман, которого я знаю. Никто не заслуживает быть Ленни больше нее. Спасибо. Но для меня ты всегда будешь шерифом хот-дога. О, как это мило. Но вообще-то я Ребекка. Сегодня день матча, и суперстрайкеры ведут в сухую. Да, Бренда. Прошло всего 30 минут, а суперстрайкеры уже вырвались вперед. Эй, Шейкс, крутой гол! Как для второго нападающего. Да, вышло неплохо по сравнению с твоим слабеньким ударом. Ну, все. Тот, кто забьет больше голов... Побеждает? Эй, а ну стой! Восемьдесят пятая минута матча, и Уэль Матадора с Шейком по хэт-трику. Извини, приятель, но пора с этим заканчивать. Только посмотрите! Фирменный прием Шейкса! Крученый мяч! Не завидую следующим соперникам суперстрайкеров. Да, техника ли наверняка сейчас дрожат от страха. Ха! Думайте, как пожелаете. Что такое думать? То, в чем я очень хорош. И это то, чему я в скором времени тебя научу, Пол. Суперстрайкеры. Определитель. Итак, как проходит первая фаза, Пол? Что такое Пол? Ну, это ты. Твое имя расшифровывается как позиционный определитель линии атаки. Понятно. Но что такое позиционный определитель линии атаки? Я загрузил на твой жесткий диск несколько часов записи игры Шейкса и Эль Матадора. Ты можешь проанализировать каждый их жест и предсказать каждый шаг, что поможет принести победу техникали. Тони, вы внутри? О, класс! Вечно они начинают ныть, когда я играю не по правилам. Да? Слушайте, Тони, через неделю у нас матч с суперстрайкерами, и мы хотели спросить, может мы, потренируемся? Думаю, Бенедикт Би Брэдли немножечко переживает насчет мастерства Шейкса и Эль Матадора. Что такое тренироваться? Не сейчас, Пол. Эй, а это еще кто? Ваш новый товарищ. Талантливый голкипер. Пол, значит. А его фамилия? Пол, пи-пи-пибоди, пим-пим-пибол, пи... У меня нет на это времени, а теперь проваливайте, займитесь чем-нибудь. Я теперь хочу получить карточку новенького. У меня есть ты, Бенедикт Би Брэдли, Тадеуш Терингтон III и 10 карточек со мной. Свезло так свезло, да? Да ладно! Опять Джон Джей Джонсон-младший? Сколько их? Их по 5 штук в каждой пачке!
Ладно, ребята, на выходных матч с Техникали. Слушайте, тренер, нам всем обязательно тренироваться. Да они ведь все равно забьют кучу голов. То, что они в хорошей форме, не значит, что вам можно отлынивать. Блок, Нордшоу. На этих выходных тебя не спасет удачный удар на последней минуте. Если хочешь забивать столько же, сколько и я, могу научить тебя крученому. Ха! Не нужно мне знать твой дурацкий, крутой, неуловимый удар. У меня есть свои фишки. Ну все, все, успокоились. Я не против здоровой конкуренции. Только постарайтесь держать себя в руках. Ребята, я вам просто поражаюсь. Мико-чен, пас на 86. Неплохо. Но у меня есть Риано. 89. Ну что, мой черед. Эль Матадор. Атака на 94. Ты слышал, Шейкс? На моей коллекционной карточке целых... У Шейкса 95? А? Что? Как это возможно? Это все крученый. То, что Тони не хочет тренироваться, не означает, что мы не можем. Да! Поэтому мы выйдем на поле. Да! И подготовимся к матчу с суперстрайкерами. Да! Отлично! Ладно, Пол, давай за работу. У Тони индивидуальная тренировка? С этим Полом? Вот и готово, Пол. Я установил на ворота ультрасовременный искусственный глаз. Ну что, как тебе вид? Что такое вид? О, лучше отключись до следующей фазы. Что такое отключись? Джон Джей Джонсон, младший, атака 35. Эй! А где карточка Шейкса? Одно очко. Одно очко! И все из-за этого дурацкого крученого мяча! Здравствуй, Тони. Ладно, Пол. Пришло время перейти к последней фазе моего плана.
Магнитное поле стабильно работает! Что это? Одна из идиотских карточек Джона Джея Джонсона. Этот пройдоха снова где-то здесь шнырял. Эй, Пол! Определение цели. Цель Шейкс. Да! Работает! Что работает? Да замолчи ты! Весь момент испортил! Па-пара-па! Тони, ты гений! Па-пара-па-па! Теперь мы победим суперстрайкеров и выиграем Куба! Пол не один! На поле мы хотим! Пол не один! Какого черта вы, балбесы, здесь устроили? Нам надоело то, что вы проводите с Полом все свое время, Тони. Вот болваны! Пол это... Пол это что? Пол, он... очень болен. Он простыл, побледнел и больше не двигается. Так, Тони... Это значит, я на воротах? Думаю, Пол этого хотел бы. И знаешь, тебе стоит надеть его счастливые перчатки. А теперь идите на стадион и одержите победу! Ради Пола! Вперед, ребята! Не так быстро, Джон Джей Джонсон-младший! Вот что я нашел вчера вечером на стадионе. Что ты там делал? Что ты видел? Ты ничего не видел, ясно? Карточка Шейкса? Ого, они такие редкие. Так ты отрицаешь, что это ты ее оставил? Я знаю, что ты их собираешь. Конечно, отрицаю, Тони. Я бы ни за что не потерял коллекционную карточку. Так что... можно забрать. Да, конечно. Забирай. Так, никому не двигаться! А? Наша карточка Шейкса официально пропала! Ха, на меня не смотри! Единственное, что я коллекционирую, это рекорды! А мне уж точно не нужна карточка Шейкса! Ладно, это я ее взял. А? Я приходил сюда вчера на тренировку и, похоже, обронил ее где-то на стадионе. И что ты тренировал? Точно не твой крученый Шейкс. Да ладно. А зачем ты тогда взял мою карточку? Потому что от одного твоего вида во мне закипает злость и мотивация. Идем, Блок. Может, карточка все еще лежит где-то на поле. Эй, где ты взял эту карточку? Мне ее дал Тони. Не хочу тебя обламывать, но она наша. Можешь доказать? Нет. А знаешь, обменяй ее на карточку Пола. Чью карточку? Нашего нового вратаря. А как она выглядит? Он... я не знаю. Он все время тусуется в лаборатории Тони. Везунчик. А ты не хочешь обменять карточку Шейкса на примерно 20 карточек Джона Джея Джонсона-младшего? Болван. Болваны. Итак, ты готов разобраться с Шейксом и Эль Матадором, Пол? Да. Правда? Да, я готов. И вопросов не будет? Нет, не будет. Ха-ха! Узрите же силу завершенного и полностью функционирующего Пола! Игра началась! Парни в желтом отлично начали! Но Блок обрывает их атаку. О, суперстрайкеры пошли в контрнаступление.
Ты сможешь, Бенедикт! Тони на тебя рассчитывает! Пол на тебя надеется! Твистин Тайгер делает передачу! Шейкс принимает! Цель Шейкс. Определение удара. Список ударов. Удар Скорпиона. Крученый. Велосипед. Удар определен. Велосипед. Вот это удар! Бенедикт Би. Брэдли не дает Шейксу забить гол! Похоже, это и вправду счастливые перчатки. Да уж, похоже, это будет тяжелее, чем мы думали. Ага, убеждай себя в этом, Шейкс. А я забью все голы! Похоже, нам пора закругляться и наконец-то забить, Эль Матадор. Оставь себе свои приемчики, Шейкс, и шуточки свои тоже. Бенедикт Би. Брэдли сумел поймать крученый мяч. Счет нулевой. Твои товарищи лажают, особенно Шейкс. Остается только одно. Крученый? Нет. Эль Матадорский крученый. Он бьет! Но Брэдли не сможет его поймать. Он будто застыл на месте. О, перекладина! Шейкс ловит мяч на отскоке. Ну вот и окончание тайма. Что? Отключись! Отключись! Ребята, вы это видели? Перчатки Бенедикта! Я видел, как они двигались сами по себе! Чувак, ты о чем вообще? Серьезно? Да это просто оправдание, потому что он забить не может. А, как и ты. Суть сейчас не в этом. Да, им нужно бы обновить карточку Бенедикта Би. Брэдли. У него явно должно быть куда больше очков. Не пойму, зачем Тони Верн взял нового вратаря? Нового вратаря? Да, кажется, его Пол зовут. Видимо, играет он так себе, раз его даже на скамье нет. Похоже, он все время проводил в лаборатории. Ау! Пол? Ты здесь? Что такое здесь? В этой комнате. Да, здесь расположен мой главный сервер. А, Пол? Да. Ты компьютер? Более точное определение будет позиционный определитель линии атаки. Вот оно что! Что такое оно? То есть, ты хочешь сказать, что вместо Брэдли все делают перчатки? Вроде того. Они подключены к компьютеру, который предсказывает наши действия. Почему он тогда не предсказал мой крученый? Брэдли замер, как истукан! Все потому, что это не твой прием! Это не просто какой-то крученый. Это Эль Матадорский крученый. Есть разница. Подумай. Пол знает, когда я делаю свои удары, и когда ты делаешь свои. Но он не предвидел, что Эль Матадор использует твой удар. В точку. Тогда все просто. Шейкс научит Эль Матадора бить крученый. Этому не бывать. Ну давай, это ради команды. Фанатов. Карточки.
Это твой единственный шанс обыграть Шейкса. Начался второй тайм, и суперстрайкеры снова идут в атаку. Шейкс готовится к удару, но Брэдли сумел сегодня остановить все голевые подачи. Давай, чувак! Нет, это всего лишь пас. Эль Матадор готовится к удару и... Определение цели. Цель. Эль Матадор. Известные удары. Гринго, Эль Торо, удар пятый. Удар не определен. Удар не определен. Поймай это! Получилось! Еще бы не получилось. Молодец, приятель! В этот раз ты победил! Знаешь, я согласен на ничью. Без твоей передачи я не забил бы гол. Да! Сколько денег я потратил на этот дурацкий надоедливый компьютер? Цель. Тони Верно. Информация. Изобретатель, неудачник, импульсивный. Да я из тебя пылесос сделаю, тупое ты ведро с болтами и гайками! Ответные действия. Самозащита. Что происходит? А? Только не бороду!